Они такие разные, но олицетворяют одно – рождение новой жизни. Театральная коллекция женских образов скульптора Владимира Амадео представлена на фоне живописных полотен Аллы Шахматовой, символизирующих богиню Радуги и Риду. Каждая скульптура словно погружена в собственный гармоничный мир. Здесь же, на фоне полотна, где изображены практически все оттенки оранжевого, представлены беременные. И эту скульптуру Владимир Амадео посвятил популярному спектаклю «Роддом», который в этот вечер был сыгран в 650-й раз. Проект, объединяющий в себе скульптуру, живописи, театр «Рождение Риды», приурочен к 35-летнему юбилею театра «Самарская площадь». Дело в том, что наш проект, он вылился в еще один социальный проект, то есть он тоже вот живет своей жизнью. Сначала Владимир объявил, что он сделал скульптуру для нас, посвященную этому театру, нашему театру и спектаклю «Роддом». Вот. Потом позже он позвонил и сказал, что он отлил вторую такую же скульптуру и хочет установить ее в одном из роддомов Самары. Второй экземпляр скульптуры уже установили в больнице имени Пирогова в родильном отделении. Спектакль «Роддом» – один из самых популярных в репертуаре театра «Самарская площадь». Он успешно идет уже на протяжении 16 лет. История, повествующая о пяти разных женщинах, попавших в одно и то же время в один и тот же роддом, производит неизгладимое впечатление на зрителей, а особенно на женщин. Вообще это очень интересно, когда внутри культуры рождаются идеи социальные. Когда вот мы как-то придумали эту историю, да, что в театре идет постановка «Роддом», и как директор, вот как Наталья мне рассказывала о том, что как люди подходили, женщины, и говорили, что хотела аборт сделать, но оставили. Вот. И, ну, мне кажется, для этого, собственно говоря, и существует культура. Семь полотен, семь цветов радуги. Радуга во многих культурах – это не просто олицетворение всех красок жизни, но и символ бесконечного божественного милосердия, благая весть. Застывшие женские образы на фоне картин – как символ продолжения жизни. Земной женщины, рождающей человека, в котором непременно есть божественная искра. Мы бы встречались с Володей Амадео. Это очень интересный человек. Он прекрасный скульптор, и он очень глубок. У него такая, знаете, театральная скульптура. Во многих театрах его работы представлены, его вещи есть в коллекциях многих музеев. И я ему рассказала просто о своей когда-то идее. Ему так это понравилось. И родился совсем новый проект. Его фигуры, его женщины живут в моем цвете. Основная идея проекта – рождение новой жизни. Оно красной нитью связывает разножанровые виды искусства, показывая, что оно вдохновляется жизнью, а жизнь – искусством. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.